Добрый день, любители гортензии. Я нахожусь рядом с новинкой, которая появилась в этом году в нашем саду. Это сорт, компактный сорт Pixie. Мы получили это растение в 5-литровых горшках. Сразу его пересадили в двадцатки. Вот, добавили 15% агроперлита. Это делается не только для того, чтобы грунт был более рыхлым, но и для того, чтобы горшки было проще передвигать. То есть вес меньше, и, соответственно, работы чуть меньше. Сорт компактный, если верить производителю, то на 5-й год высота куста достигает порядка 80 сантиметров. Скажу сразу, этому кустику вот 4-й год, и у него уже высота где-то 75-78 сантиметров. Теперь, почему я стою здесь и так подробно рассказываю. Получая растение, мы стараемся в первый же год произвести разную обрезку, чтобы посмотреть, как ведет себя растение в разных условиях, как оно развивается. Вот первый куст, это такой же Pixie, только был обрезан в апреле после пересадки и оставлено 2-3 почки. Следующее растение были оставлены 3-4 почки на побегах прошлого года. И вот этот самый высокий куст, на нем было оставлено от 4 до 6 почек. То есть видно, что на растении, где почек было оставлено больше, оно чуть больше. Что еще можно сказать? Производитель заявляет, что этот сорт обладает чуть ли не максимальным количеством соцветий по сравнению с другими сортами. Проверим, расскажем. Также у сорта прочные побеги, это правда, обратите внимание, то есть трехлетние, двух- и трехлетние побеги, они достаточно прочные и, очевидно, хорошо держат соцветия. Сорт соцветия плотные, вот, в начале цветения они будут светло-лаймового цвета, и потом цвет будет меняться на нежно-розовый. Цветет эта гортензия порядка 100 дней, о чем мы обязательно расскажем. А если сейчас внимательно приглядеться, вот уже можно видеть, это у нас сегодня 7 июня, и первые зачатки бутонов мы уже наблюдаем. Вот. Рядом со мной, кстати, еще один вариант. Это июньская обрезка, где мы обрезали все побеги, оставили 2-3 почки. Для чего это делается? Во-первых, посмотреть, как растения, побеги будут выгоняться при этой обрезке. Вот, очевидно, этот сорт уже в этом году, вот именно это растение не зацветет, но сформируются очень качественные каркасные побеги, на которых эта гортензия будет цвести на следующий год. Итак, смотрите нас в дальнейшем. Мы покажем, как эта гортензия будет цвести, развиваться при различных обрезках.